Привет, ребята! Это удаленка. Сейчас я расскажу вам 10 секретов, как трудоустроиться на классную удаленную работу. И пусть мой практический опыт поможет вам сэкономить время. Заваривайте кофе покрепче. Мы начинаем! И первый секрет заключается в том, чтобы уберечь себя от недобросовестных работодателей. И это, пожалуй, самое важное. В интернете огромное количество разного рода предложений, и надо уметь отличать хорошую компанию от мошенников и не участвовать в финансовых пирамидах. Сомнительная авантюрка. Обязательно проанализируйте отзывы о компании, как со стороны сотрудников, так и со стороны контрагентов, чтобы у вас была общая картина о том, что происходит в компании. Не рекомендуется продавать различные ставки на спорт и продукты финансовых пирамид, потому что это негативно скажется на вашем опыте работы и вашем резюме. Обратите внимание, что не все, кто занимается криптовалютами, ставками на спорт, продают финансовые продукты, являются мошенниками. Поэтому внимательно проанализируйте предложение, которое вам сделали, и почитайте о компании. И так как мы поняли, куда ходить не стоит, у нас с вами следующий пункт. Правильное резюме. Для того, чтобы создать правильное и хорошее резюме, вам нужно собрать все сертификаты, дипломы, запросить у прошлых работодателей рекомендательные письма, а еще лучше записать видеоинтервью, которое поможет выделиться среди сотен тысяч других соискателей. Как ты живешь? Опиши свой стандартный день. Если вы начинающий специалист и у вас еще не было опыта работы, то по максимуму опишите все ваши интересы, увлечения, мечты и хобби, чтобы ваше резюме не было пустым. Работодатель часто ищет по ключевым словам, поэтому напишите о себе больше. А также приложите ссылки на соцсети. Будьте открытыми. Друзья, откликайтесь на все вакансии, которые вам могут подойти. Возможно, вам не понравится какой-то пункт в описании вакансии, либо будет указана заработная плата, не ту, которую вы ожидаете, выше или ниже. Главное выйти на диалог с работодателем, потому что обо всем можно договориться. Мистер Локдог, я так рад, так рад! Я тоже очень рад. Чувствуется энергия, целеустремленность. Люблю таких людей. Сюда, пожалуйста. Но договориться не с точки зрения того, что там у вас есть кредит или ипотека, и вам нужно подогнать заработную плату, а с точки зрения результатов, которые вы можете принести и которые работодатель ожидает. Поэтому смелей, выбирайте, откликайтесь, находите хорошие предложения, откликаться можно на все. Видеоинтервью. Ребята, всегда сами инициируйте видеособеседование. Договоритесь записать видеоинтервью, выйти на связь с работодателем и рассказать ему о себе. Мы уже говорили, что любят открытых людей, и здесь у вас будут отличные шансы на то, чтобы выиграть гонку среди других соискателей и занять место в этой компании. Во время скайп-собеседования или видеоинтервью вы должны соблюдать 4 пункта. Первое – это ваш внешний вид. Вы находитесь на собеседовании, а это значит, должны выглядеть презентабельно. Деловая одежда, а для девушек не помешает легкий макияж. Второе – фон. Он должен быть однотонным, без отвлекающих деталей. А также постарайтесь, чтобы в кадре никто, кроме вас, не появлялся. Третье. Свет. Постарайтесь сделать так, чтобы света было много, а если есть возможность встать рядом с окном, чтобы свет на вас падал, это будет просто замечательно. Четвертое. Это звук. У вас должна быть полная тишина, и кроме вашего голоса ничего не должно быть слышно. Правильный выбор работодателя. Итак, друзья, как правильно выбрать работодателя и с кем лучше работать? Конечно, лучше работать с теми, у кого есть прописанные документы. Это регламенты, мотивационные системы, скрипты и должностные инструкции, где вы понимаете, как правильно сосчитать свою заработную плату, как она формируется и начисляется. Если всего этого не будет, то, к сожалению, работодатель может переложить ответственность за результат на вас, и вместо заработной платы вы получите кучу ненужных штрафов. Запомните, никаких устных соглашений и взаимообещаний, только прописанные документы.
правильная стажировка. Проявите готовность выйти даже на бесплатную стажировку, главное, чтобы она не была более 5 рабочих дней. Также вы можете немного схитрить и выйти на стажировки в нескольких местах. Таким образом, у вас сформируется взгляд на то, как в разных компаниях относятся к делу, и выберете для себя лучший вариант. Скорость и пунктуальность. Сдерживайте договоренности и обещания, строго соблюдайте тайминги с работодателем. Своевременно выполняйте тестовые задания и поручения, даже если они бесплатные. На деньги вперед! Своевременно давайте обратную связь работодателю. Не бойтесь сказать ему «нет», предложите свои условия. Будьте на связи. Даже если вам что-то не понравилось в предложении, обязательно свяжитесь с работодателем. Возможно, условия изменят под вас. Ответственность. Смело берите ответственность за свой результат. Благодаря этому вы сможете расти и развиваться быстрее, а уже через полгода, возможно, через год, вам будут поступать более выгодные предложения, и на рынке вы будете стоить гораздо дороже, чем сейчас. Помните, хороший бонус лучше, чем маленький оклад. Выбирайте издельную заработную плату, так как здесь вы контролируете результат, а следовательно влияете на свой доход. Издельная заработная плата позволит вам быстрее расти и развиваться. Ну а если у вас нет амбициозных целей, то в принципе и оклад вам подойдет. Любой работодатель хочет, чтобы его сотрудник профессионально развивался. Поэтому читайте профильную литературу, смотрите обучающие курсы и слушайте аудиокниги. Друзья, обязательно указывайте информацию о пройденных курсах и прочитанной литературе в своем резюме, а также делитесь со своим руководителем и коллегами данной информацией. И это обязательно положительно отразится на вашей профессиональной репутации. И еще один секретик напоследок. Если у вас нет опыта работы и вы начинающий специалист, то постарайтесь трудоустроиться в крупный банк или в схожую структуру, потому что там вы очень быстро всему обучитесь, начнете работать и приобретете хороший, нужный опыт. Спасибо, что досмотрели мой первый выпуск до конца. Пожалуйста, поддержите меня, подпишитесь на канал, поставьте лайки, колокольчик, и я обещаю, что здесь будет очень много полезной информации. А для тех, кто ищет удаленную работу, мы специально сделали сервис homester.pro, ссылка на него будет в описании, поэтому проходите, регистрируйтесь и каждый день получайте много предложений по удаленной работе. Спасибо вам большое, на связи!